Так, установка торцевого профиля на поликарбонат. Значит, есть у нас поликарбонат. Уже наклеили ленту. Клеить ленту не сложно. Не буду показывать как. Есть у нас вот такой вот торцевой профиль. У него две полки. Одна покороче, одна пошире. Ну, подлиннее. То есть это сделано специально, чтобы зацепили одной полкой за поликарбонат. И потом уже вторую полку немножко отогнули, либо путем подсовывания чего-нибудь, сейчас покажем, например, ножика или отвертки, либо второй способ есть, просто его вот так на поликарбонате шевелишь и потихоньку-потихоньку он одевается, но это нужна сноровка. То есть что, сначала вот так вот его краешек одеваем, он одевается легко. Одной рукой поджимаем снизу, создавая давление на профиль. Все. Ножом тихонько ведем. То есть одной рукой давим вниз, и когда ножом отгибаем полку, профиль одевается. Тоже нужна сноровка. И лишнее срезаем в данном случае. И второй способ — это до щелчка. То есть также одной рукой поджимаем, второй шевелим профиль немножко. Раз, щелкнул, оделся. Щелкнул, оделся.